Здравствуйте. Вот решил вам еще видео записать. Меня вот последние 2 дня беспокойство терзало очень сильное. Я когда поехал батончика хоронить, я поехал не один, попросил меня подвезти. И там человек торопился. В общем, не дал мне сделать все, как я хочу. Ну, больше времени мне нужно было, в общем, на это. Поэтому я, получается, ну, не так, как хотел, все сделал. Наспех, скоропясь, нормально не посидел. Поэтому вчера я сходил, нашел другое место и перезахоронил его. Там было раньше в низине, я уже потом подумал, что там вода будет накрывать это место. Ну и как бы его топить. Поэтому я взял на возвышенности, место тоже красивое. Даже еще лучше на возвышенности, там на скальном берегу. Вчера вот сходил, купил лопату. Доехал там на такси, выкопал. Перенес его. Он все в таком же положении был. Как будто бы уснул. Он всегда спал в таком же положении. Я его открыл, погладил он. Ну, глазки я ему закрывал, когда он уже засыпал. Держал их. Вот. Глазки были прикрыты, лежит на боку. Точно в таком же положении, как он всегда любил побатониться у меня дома. Я сделал широкую могилу, разрыл. Положил туда его любимую лежанку. Он был завернут в мое детское покрывало. Ну, я его сюда принес, мне надо было там вещи перевозить. Я укутал там. И как нельзя, кстати, оно пригодилось. Он в одеяле закутан на лежанке. Рядом миски. Я там еду, сметану положил, воду налил. Ну, это так уже. Не знаю, как объяснить. Такой жест. Мышек его захватил домашних, который он с дома играл. Палочку там с мышкой, которую он немного играл. Тарелки его. Корм его любимый положил. Все, потом сверху накрыл полотенцем своим. Там мой запах был, ему нравился мой запах. Положил, накрыл полотенцем, там землей присыпал. Там камни, еще земля, еще щебенка. И там большими камнями. И сверху там трава с камнями, ну, с землей. Рядом дерево, берег высокий. Люди там не ходят, туристы там не отдыхают. Это берег не тот, где вот можно купаться, там не пляжный. Там высокий такой обрыв. Вот, ну, крепкая каменная порода. Надеюсь, его там никто не потревожит. Я, конечно, буду периодически поглядывать, присматривать. Вот, ну и как-то, когда я увидел, как он лежит, спит, ну и я как-то успокоился. Потому что, ну, он реально уснул. Уснул, просто он больше не проснется. А когда он просыпался, в последнее время было только больно. И приходилось постоянно держать его на обезболивающем, двигаться он уже не мог. Это, конечно, не жизнь. Пусть лучше спит. Спокойно лежит, спит. Светлана мне еще писала сегодня в комментарии, что у нее в Италии умер ее котик сегодня. Понимаю тебя, Светлана. Очень хорошо. Тут мало что можно сказать. Но я думаю, что ты найдешь в себе силы дальше все это пережить. Ты сделала все, что смогла. К сожалению, не все нам подвластно. Мы можем лишь сделать, скрасть их последние часы жизни. Век их, к сожалению, недолог. С этим ничего не поделать. Я был рад, что у меня был батончик. У тебя, Светлана, был свой котик. У каждого из нас кто-то был и еще будет. Так как мы живем больше, чем они, нам придется чаще испытывать этот
непонятно, эти нехорошие ощущения, горечь потери. Вот это все. Сейчас мне уже как-то поспокойнее, потому что я провел с ним время, поговорил с ним, посидел с ним, и ровно столько, сколько мне было нужно. Я все сделал сам, не торопясь. Вот. Ну, группу там с фотографиями батончика я сделаю. Старые видосики тоже буду периодически выкладывать. Что-то было уже, что-то еще не было. Ну вот, как-то так. Главное не отчаиваться, жить дальше. В мире еще полно нуждающихся хвостов, которым, к сожалению, пока что некому помочь. Помогайте все, кому можете. Я так не знаю, в общем, как закончить. Увидимся. Может быть, завтра. В общем, увидимся, когда увидимся. Не болейте. Берегите себя и своих близких.